С 1 января 2024 года проиндексируют минимальный размер оплаты труда на 18,5%. Теперь он составит 19 242 рубля. Благодаря новому МРОТ зарплата повысится у более 4,5 миллионов россиян. Прожиточный минимум увеличится на 7,5% и для трудоспособного населения составит 16 844 рубля. Также на 7,5% проиндексируют пенсии и материнский капитал. Сумма при рождении первенца составит 631 тысячу рублей. При этом с 1 января вступит в силу закон о праве на получение материнского капитала только на детей, имеющих российское гражданство. На момент рождения детей родители также должны быть гражданами России. С 1 января вступает в силу закон, согласно которому пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет сохраняется, если родитель досрочно выходит из декрета работать на полный день. Изменятся и предельные размеры социальных налоговых вычетов. Они вырастут до 150 тысяч рублей. Ранее сумма составляла 120 тысяч. Это касается расходов на лечение, покупку медикаментов и собственное обучение. Врачи скорой помощи могут проводить медицинское вмешательство без согласия пациента, если есть угроза жизни. Ранее такое решение мог принять консилиум, лечащий или дежурный врач. С января также расширится перечень бесплатных медицинских услуг по системе ОМС. В него включат дополнительные профосмотры, различные виды диагностики, операции и реабилитации. Повысится в России верхняя граница призывного возраста. Теперь в армию будут призывать с 18 до 30 лет, а не с 18 до 27 лет, как это было ранее. Анна Винокурова, медиакомпания «Алмазный край».